Обновление привычных видов спорта – характерный для последних лет процесс. Из классической тяжелой атлетики произрос кроссфит – весьма энергичное многоборье. Здесь требуется сила штангиста, ловкость гимнаста и выносливость бегуна. Попутно выясняется, что высокий уровень в чем-то одном ничего не дает. Соревнования под названием «Игры Афродиты» прошли на Кипре, и в женском турнире Оксана Сливенко, чемпионка мира по тяжелой атлетике, заняла третье место. Зато Сергей Колтовский, учитель физкультуры из Подмосковья, всего два года занимающийся кроссфитом, победил.